все. Это мармеладши? Очень много лисят маленьких. Да, там лисят, а маленькие, там у нее целый бубль. Близко и... Смотри, ты чешешь. И хорошо, слышишь? Да, но они еще такие крупные прямо вообще. Малыш. Закончились финики-то, дружище. Прости, малыш. Только один финик съела. Знаешь что, я сейчас, может, подвину. А, может, что-то подвинешь, да? Смотри. Она смотрит. Нет, тебе не хватит, наверное, этой длины. Ну, давай, соображай, подруга. Вон он там, близко же лежит, цукат. Ну вот она эти уже достанет спокойно. Вот, давай. Молодец, молодец, иди, иди. Давай, 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 хватай, цукат. Скушал, молодец. А то все Миша отобрал у нее. Давай, доставай, давай. Нет, 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 маленькая. О, ура! Кушай скорей. Да ты! И цукат. Вон там финик еще, Стас. А, ты хочешь бросить? Во, молодец. А морковку он любит? Там еще яблоко. Стасик, яблоко достань, пожалуйста. А он достанет сейчас лап. Да, да. Да, яблоко я бросил. А он финик же видел, сейчас достанет, нет? Наоборот, тебе. Тебе где кормить должны?
какие-то индюки там и... А, индюки, да. А, пойдем к ним, они нас не заклюют? Да, нет, конечно. Гадкий утенок в кого превратился? В лебедя, потому что он и был лебедем, просто она об этом не знала. А утки думали, что он умрет, потому что он отключался от них. А на самом деле это был лебедь. Мам, я хочу пьем. Не подходи, что ты хочешь. Да, пьем. Мне плату будет. Смотри, как классно. Так, лебедь, фас. Здравствуйте. Это свинские дети. Привет. Привет, маленькая свинья. Мама с малышами. Дикие свинки хрю-хрю. Да вон, ну вот эти вот студенчики. Маленькие. Вот эти разные. Есть такие маленькие, у них полосочки. Когда он вырастает, полосочки исчезают. Ее не видно. Еще один мелочь. Мама залезла, то малыши там лежали. Мама залезла. Какая грыба у него. Вон, видишь, фотография рядышком? Он какой. А от него у нас форма нет. Потом, коня, потом. 40 лет его прождала на сибирской стороне. И случайно повстречала третья строчка, пятый столбик на Мамаевом кургане, на кровавой той стене. Вот, вот там вот мы живем. И вот... Он аккуратный, да. Это Крупицкие ворота. Спасибо. Пойдемте нам вот туда, вот за мам, потом вниз. А вот мимо по улице идет Стас.
уже в машину кладу. Домик назывался Сруб.
Ну вот уж совсем. Вон разрушился, вот уже какой-то дом, видите, там сидел на основе. Вот это большое круглое. Thank you.